Каменные плиты в сквере на улице Перелета 1 хранят 117 имен и мечей, которые не вернулись домой из Афганистана. У каждого из них своя история, за каждым из них свое семейное горе. Я здесь стою как раз у фамилии Чижик Сергея. И его мама не может прийти, потому что она болеет сейчас. Она его похоронила, она сделала музей, посвященный именно афганцам в Кировском округе. Каждый год 15 февраля к памятнику приходят родные погибших, представители органов власти, ветеранских и молодежных организаций, чтобы сказать спасибо ребятам за отвагу и сохранение сегодняшнего мира. Говорят, что память сохраняет не прошлое, она заботится о будущем. Поэтому мы должны помнить эту войну. Мы должны помнить подвиги наших солдат ради будущего поколения защитников нашего Отечества. Низкий поклон всем участникам ветеранских организаций за то, что вы по-прежнему в строю. Вы сегодня ведете патриотическую работу с молодежью. Вы поддерживаете своих однополчан и помогаете семьям погибших товарищей. Я желаю вам здоровья, благополучия, мира и добра. Дорогие мамочки, вам от всех участников боевых действий низкий поклон за ваше мужество, за вашу стойкость. Вам хочу пожелать крепкого здоровья, успехов во всем, счастья. У вас уже внуки растут, у кого-то и правнуки. Отдайте им ту любовь, которую, может быть, вы не додали своим детям, мужьям. А это самое главное. А детям вашим всем и здесь, курсантам, которые стоят, ребята, вам чистого неба над головой, чтобы вы никогда не видели этих проклятых войн. Это страшно. Я чувствую гордость за людей, которые отдали свои жизни на благо народа и своей родины.